Всем привет, это канал Сурикена. Сегодня мы будем взламывать мой iPhone, на котором установлена прошивка iOS 8.1.1. Сегодня вышел новый джейлбрейк от команды хакеров TIG, который позволяет как раз делать джейлбрейк именно на 8.1.1 и 8.2 бета. Сейчас я расскажу, что нужно сделать для того, чтобы приготовить ваш iPhone к джейлбрейку непосредственно. Первое обязательное условие – это необходимо отключить функцию «Найти мой iPhone», если она у вас включена. Здесь должна быть тумблер отключен. Дальше следует отключить пароль, вот, и перевести свой телефон в авиарежим. Первая часть готова. Дальше. Следующим шагом необходимо подключить свое устройство к iTunes и создать резервную копию. Это нужно для того, чтобы можно было восстановить ваше устройство, если что-нибудь пойдет не так. Все, теперь остается только запустить программу от TIG для джейлбрейка. И обязательно смотрите здесь вот такой момент. Здесь должна стоять галочка напротив CD и убрать галочку вторую вот эту вот. Вторая галочка отвечает за установку китайского магазина взломных приложений, но он вам не нужен, там очень много бывает всяких странных программ, вирусов, спама и так далее. Лучше обойтись без нее. Все, жмем зеленую кнопку и ждем. После завершения установки вы увидите довольную морду китайца, и это означает, что ваше устройство удачно взломано. Когда аппарат перезагрузится, вы увидите заветную иконку CD. Это означает, что джейлбрейк прошел успешно. Как видите, это несложно сделать джейлбрейк вашего устройства, но перед этим вы должны подумать, зачем вам это нужно. Лично мне нужно для того, чтобы посмотреть на всякие интересные твики, чем я и займусь в ближайшее время. CD есть. И мы добились своего результата. Ссылки на все необходимые файлы для джейлбрейка будут внизу под видео. Не забывайте подписываться на канал, ставить большие пальцы вверх. Всем пока!